Всем привет! Впервые за несколько дней у нас выглянуло солнышко. Хочу еще раз отснять цветение целогинетоментозы. Вот такая она. За счет того, что у нее такие кремовые нежные цветы, ее очень неудобно ни фотографировать, ни снимать. Не видно ее цветов на любом фоне, на темном, на светлом. Вот, и сейчас на солнце хотя бы это заметно, видно, какой сам цветочек. Вот такая она сама. Вот такой длинный-длинный цветонос. У нее есть легкий цветочный аромат. Вот это ее первое цветение с одним цветоносом. Вот такая красоточка. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. И хорошей погоды.